Набережная Алаколя вошла в топ-10 проектов республиканского значения. Горнолыжный кластер Катонкарагайского района, города Ридера и района Алтай вошел в топ-50 проектов республиканского значения. Определены основные приоритеты развития туризма в районах ВКО. Пляжному туризму – Алтайский, Урджарский, Курчумский, Уланский районы. Горнолыжному, спортивному и пешеходному туризму – города Ридер, Глубоковский и район Алтай. Священные места и культурно-познавательный туризм – города Усть-Каменогорск, Семей, Абайский, Тарбагатайский, Уланский, Катонкарагайский, Зайсанский районы. Охотничьему туризму – Курчумский, Уланский, Карпиктинский, Тарбагатайский районы. Сельскому туризму – город Ридер, Курчумский, Катонкарагайский районы. Экологическому туризму – город Семей, Ридер, Глубоковский, Катонкарагайский, Курчумский, Карпиктинский, Уланский и Шемонаихинский районы. Лечебно-оздоровительному, медицинскому туризму – Катонкарагайский, Урджарские районы, город Усть-Каменогорск. Город Курчатов будет специализироваться на техногенном туризме.